Исследовательский проект восьмиклассника Дмитрия Чередова из Упоровской школы вошел в число победителей международного научного конкурса среди молодежи. Подросток вместе с научным руководителем провел исследование и выяснил, как газированные напитки влияют на организм человека. Сделать это удалось благодаря появлению в школьной лаборатории цифрового комплекса «Архимед». Он позволяет проводить точные измерения. За основу проекта Дмитрий взял исследование кислотности разных напитков и выяснил, что большинство газированных вод и соков обладают повышенной кислотностью. Употребляя их, люди и не догадываются, какие последствия могут их ожидать. Например, чтобы ощелочить наш организм, организм вымывает из костей калий, кальций. Ну и так ощелачивает наш организм, чтобы вывести эту кислоту. Это вредно. Тонус теряется, мышцы вот так вот все. Человек довольно некрасивым становится, как минимум. Мы даже не думали, что может быть столь высокая награда. Конечно, очень рассчитывали, очень надеялись, когда отправляли работу. Ну и были оба безумно рады, что смогли достичь таких результатов.